что ты тут там делаешь? Собираю. А как же книжка с заданиями? Ты просто так собираешься? Да. Ребята, у нас зима. И сегодня мы поедем искать. Помните, мы ездили, там паровоз видели, ТГМ. Туда и поедем искать. И, кстати, мы подготовили новогодний дизайн зверопоезда. Проголосуйте, в общем, какой вам больше нравится. Красный или синий? Вопрос в сообществе. Он что, сегодня? Он сегодня уже сделан? Нет, еще только нарисовал художник. Ребята выберут, какой сделать, и мы его произведем. Ты же помнишь, что нужно мам рядом с малышами? Да. Ну, ты правильно размещаешь, да. Только книжка где с заданиями? Поезд здесь ждут, Елисей. Смотри, на переезде расчистили. Вон он стоит, видишь? Ребята, помните, мы вам показывали макет в пожарной студии с горящим домом? Вот этот дом был пожар, а это наша лестница на набережной. Сейчас манту Елисея покажем в садике, да? И пойдем искать нашу ТГМ-ку. Погнали. Какой у нас гонщик. Не упади давай, больно будет. Бегаем тут с горок. Машинка наша уже не заезжает сюда по горке снежной. Да, тут снегоуборочные чистят кругом. Мы приехали, да? Вон куда. Ага. Ребята, а вы помните, мы ходили, когда в магазин игрушек заходили, и Елисей увидел такой поезд, и он себе его очень захотел, и нам подарили, да? Да. Класс? Я да. Тебе не собиралась его покупать, а теперь у нас есть поезд железной дороги. Вот так, когда желание искреннее, настоящее, от сердца, оно очень быстро сбывается, и хорошее. Ставим Сапсан. Не хочет, в общем, говорит, буду помогать, а снимать кто будет? Кстати, смотрите, он там медведя кто-то бросил, видишь, Елисей? Уронили Мишку на пол. Оторвали Мишке лапу. А где? Все равно его не брошу, потому что он хороший, а этого Мишку бросили. Ну что, пойдем искать этот ТГМ, а то у нас затянулось что-то вступление. Пошли. Ну, показывай, что хотел. Кить, и что потом будешь? Так, давай мы эти игры оставим на потом, а то промокнем сейчас и придется ехать домой. И ничего не снимем. Ребят, смотрите, он там заброшенный пост дежурного по переезду. Здесь раньше был переезд. В общем, а потом построили путепровод. А все, его убрали. А зачем, если мост сверху построили? Переезд убрали. Здесь, конечно, место не положено переходить. Кстати, вон там пути куда-то ведут на предприятие, ворота. Да. Да, видишь, как их закопало? Не ходит тут совсем поезд. А он по тем уже ходит. Пошли. Вон там, видишь, даже знак стоит. Только это белый кирпич, но он, наверное, с другой стороны красный будет, что проезд запрещен. Давай руку мне. Переходим дорогу, смотрим внимательно и перешагиваем пути. Вот по этим путям уже ходит поезд. Видимость хорошая, поезда нету, можно идти. Какие же нам сегодня поезда попадутся? А ТГМ вон оттуда выходила. Вот, вон с той станции надо дойти, нам с тобой будет. Да, да. И там этот паровозик прятался маленький. Я бы очень хотела его посмотреть. И ребята просили, давай-давай, шустрее. Через пути. И там поиграешь, когда будем ждать. Он, конечно, может и по этим путям пройти. Давай переходим. Аккуратно, здесь стрелка. Нечищенная, кстати. Что-то я, короче, Елисея не подумала. Снега же намело сколько. Мы с тобой теперь по сугробам и не дойдем, да? Ну, под мостом, вот видишь, снега поменьше. Ну, просто мы сейчас с тобой, наверное, если дойдем туда, то мы с тобой наберем полные эти ботинки снега и промокнем. Смотрите, ребят, вагоны стоят, эти рефрижераторы, но их подо что-то другое применили, и вот они. Ладно, пойдем посмотрим, если будет дорога, то дойдем. Если нет, то не пойдем никуда. В общем, ага, тропинок тут нет, а целину как-то месить нам снег этот сугробы не хочется, да? Ты нормально? Не набрал снега в ботинке? Нет. Хорошо, хоть тепло оделись. Вот она, смотрите, стрелка сбрасывающая. В общем, будем что, здесь этот паровозик ждать получается? Да. Да? Кстати, то ли вагоны работают, то ли кондиционеры. Слышите шум такой? Ду-ду-ду-ду. Ну ладно, давай здесь поиграем. Если будет ехать, мы отойдем, да? А он что, быстро едет? Не, он медленно, он же старенький. Ой, надеюсь, мы его сегодня встретим. Как вы знаете, игры вблизи железной дороги что? Опасно, да? Поэтому мы отошли подальше от железнодорожного полотна, хоть оно и редко используемое, и как бы все равно играемся рядом, под присмотром, с мамой, да? Поезд у нас на рельсы ни в коем случае не выйдет. И с папой. Или с папой, да. Ой, что? Что за поезд? Покажи ребятам. Сапсан.
Сапсан, покажи, ну покажи. О, какой классный. А какой тебе больше нравится, Сапсан или тот зелененький? Весь в снегу вот уже. Этот уже надо. Какой? Вот этот. Ясно. Я обе наши. Оба. Елисей хотел все свои поезда сегодня на выпуск взять, да? Да. И мне все надо свои поезда все. Конечно. Какой-то едет, да, там вдали? Там людей много на станции, наверное, обычная электричка. Сейчас рассмотрим, будет здесь. Так, не лежать на снегу. Заигрался тут. Как несется? Мы, наверное, на этой электричке. Кидается. Наверное, на этой электричке с тобой ехали в тот раз, да? Быстро скорость набирает, да? Поздно ты помахал ей, Елисей. Не посигналила тебе. Поздно, да. И что-то рассыпал поезд. Открывай. Какая-то рыбка. Что там? Какая? Угадать надо, какая рыбка попадется. Мне ну. Какая-то зеленая попалась. Ну-ка, давай посмотрим, что там за рыба. Вау! Вот эта рыбка. Почти золотая. Прикольная. Ну, давай, да. В карман ее, чтобы не потерять. Вот эта маленькая следы. Ага. Кошка, наверное, какая-то ходила. Нет. Хотя, смотри, вот здесь прерываются. Наверное, птица какая-то. Нет. Кошка ж не может летать. А кто? Я не знаю. Может, сиреноголовый. Сиреноголовый? Да. Такие следы маленькие. И привидение. Привидение? Да. Ясно. Ну, не знаю. Ладно, мы решили сменить место и поехать туда доехать, да? Раз мы не дойдем тут по сугробам. Пошли. Что, короче, здесь знак автобуса, да, Елисей? Да. Стоять здесь нельзя. Люди стоят, ждут электричку, поезд выезжал оттуда. В общем, мы его не встретим. Стоять здесь негде. Решили поменять место, да? Там мы застряли, непонятно, где было припарковаться. Нам уже пришли на помощь, толкали. Решили приехать проведать снегоуборочный. И вон он там стоит. Сейчас пойдем смотреть. Пойдем себе еще какой-нибудь поезд, выпадут сюрпризы. Вау, 2 снегоуборочных. Вот это удача. Пошли рассматривать. Ничем не примечательный выпуск наш обогатился какими классными поездами. Но с ТГМ-кой мы тоже не сдадимся с тобой, да? Сдаваться не в наших правилах. Правда, сынок? Не получилось один раз, получится другой раз. А если не получится в четвертый раз? Получится в пятый раз. Нет, не получится. Да. Чего не получится? Все получится, главное верить. Вот узнаем время поезда и приедем конкретно под поезд. К нам идут здороваться. Привет, привет, привет. Нету для вас ничего. Это как... Графироваться, да, на фоне? Все кривляется. Кривляка эта собака. Ой, смотри, едет. И Тонар едет, и это. Поезд твой любимый. Тут непонятно, где стоять, да? И этот с щетками. Ух, какой он классный. Обкатывают. А в конце мы вам покажем, как он работает. Только не он, а другой, который мы сняли с бабушкиного балкона. Рассыпал сокровища. Ну-ка, что там за рыба? Другая? Давай, проверяй. Опять зеленая. Опять? Ну, давай посмотрим. Вон. Не-не-не-не-не, дружок, это не для тебя. Доставай. Одинаковые, да, Елисей? Опять такая. Так, отойди от моего ребенка. Отойди, пес. Прям такая же, да? Да. Вообще, ага. Ну, ладно. Будут две. Может, они в темноте светятся, да? Что, пес тебя отвлекает? Ты тоже хочешь кадр, да? Осень. А? Лянька гудит, да? Там что-то машинное отделение открыли. Готовят поезда к отправке, обслуживают. Помнишь, они стояли там за воротами? Двигатель? Не, это, наверное, какая-то там роторная, насосная станция. Или та, которая элеватор запускает. Мы вообще показывали в нашем выпуске, помнишь, как работает снегоуборочный поезд? Так что найдите в предыдущих выпусках, мы прям показывали, как лента эта снежная движется, как она дальше из одного вагона в другой перегружает вот туда, в дальний снег. Помнишь? Да. Да. Я не помню. И этот выкатили, смотри. Боялась, у него еще, причем, смотри, не открыто лопасти. Пошли посмотрим, как они раскладывают. Вот, смотри, видишь, они еще свернуты. Их еще шире будет отвал открываться. Вот это да. Тоже стоит, прогревается, да? Класс, это мы сегодня зашли, конечно, удачно, да? Ну, давай посмотрим дальше еще, вон тот, и поедем. Поиграться он хочет. И пригнали чмешку отвезти снегоуборочный. И с этой стороны отвал, двухсторонний он.
Идем. Поехали, замерзла. Еще сюрприз у нас один остался. Какой? Большой самый. Ребята, короче, он пробует щетки. Опускает, поднимает. Да? Сейчас будет вращать. Класс. Двигает ими. Готовят поезд. О, какая, да, побитая? Небось, не подготовилась к гололеду и врезалась. Ну что, держим крестики, чтобы мы нормально выехали из того сугроба. А то будем стоять до весны, пока оттает. Слышишь? Пшшш. Слышишь? Да. Продувают от снега рельсы. Я надеюсь, ребята тоже слышат шипение. Скажи, самое ценное тебе сокровище. Журнал Hot Wheels, как что? Ну, сейчас. Сейчас? Ну, садись, будешь в машине рассматривать. Гусеничка. Гусеница? Прикольно. Так, ну что, выезжаем. Прям боюсь. Самолет Hot Wheels. Класс, будешь задание решать, раскрашивать. Ну-ка, а что за поезд, Елисей? Наверное, это снеговой заедет. Тихо, подожди, непонятно. Что-то везет. Как будто выдувает снег, да, глянь. Выдувает. Я первый раз такой вижу снегоуборочный. И я первый. Или он дымит так, или это снег выдувает? Наверное, снег выдувает. Ага, глянь. Класс. Не хотела бы оказаться я по левую сторону этого поезда, да, чтобы на тебя снегом. Ты видишь, там трубка, смотри, как прямо. Ну дын-дын-дын-дын. И все, очистила железнодорожный путь. Прикольно. Ну да. Но это пока снег не мокрый, только смотрите, так можно. Смотрите, какой Амазон послал. О, ребята обрадуются, интересный поезд нам покажет. Смотрите, какой Амазон послал. Угу. Класс. Лучше новогодний зверопоезд твой потом покажем.